Нас трое сзади. Успели отойти. Садимся довольно глубоко. Рыков. Шайбу из зоны, к сожалению, выбросить не удалось. Снова Рыков. Но толкает же его явно финский игрок. Не упал. И поэтому арбитр, да, как бы и смотрит на это дело не очень внимательно. А падать как? Головой в борт, конечно, будешь стараться устоять. Ну, вот сейчас мешали Полунина, блокировали Полунина. Не позволяя добраться ему до защитника. Это дело бьет. На пятачке наших ворот шайба, но можно ее вывести.